если парень требует сексуальных отношений от девушки, девушке нужно сказать, давай, как у нас с тобой насчет того, чтобы пожениться. Потому что девушка не должна становиться, знаете, как очередной жевательной резинкой у этого парня. Как только закончится вкус, он вас выплюнет, как будто ему предыдущий. Поэтому, дорогие девушки, не вступайте в преждевременные сексуальные отношения. Мужчина должен уметь ждать, уметь должен за вас завоевывать. Если он не хочет вас завоевывать, пусть идет дальше.